Новое видео выходит каждый день в 20:00. Всем привет, дорогие друзья! Это мое самое первое ASMR-видео. А в нем я буду стрелять в стену и ругаться на Arizona Roleplay. Итак, давайте начнем. Сейчас, подождите, я себе оружие выдам. Мы вам вообще не отдадим, тупые дебилы, тупые твари, блядь, только попробуйте у нас.
они могут вот еще существовать вот с такой вот политикой со всей. То есть даже к ютуберам они относятся очень плохо, если вы спросите, у кого хотите, то есть их ютуберов держат в плену и заставляют снимать вот разные видеоролики. То есть не платя им никакие деньги, то есть чисто за еду там работают и так далее. То есть я считаю, хватит это терпеть. Поэтому, то есть Arizona Roleplay данным вот ASMR видеороликом я хотел сказать, что это полное говно для конченых дебилов. Вообще, то есть я никогда не зайду на Arizona Roleplay, потому что у меня есть уже Evolve Roleplay, целых 3 сервера на третьем сервере вообще, то есть Павлов свои постановочные видеоролики снимает, вот Павлов. Кстати, про Павлова, ну да, человек снимает постановочные видеоролики там на сервере, и что? Он хотя бы добрый, понимаете? Он хотя бы, то есть, никакого вреда когда сам не наносит, в отличие там от того же Сыдан Семенов, этого оригинального, который сидит вот на этих вот, на основных должностях, на вот этом вот Arizona Roleplay и так далее. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного ASMR-видео. Не судите строго, это вот мое самое первое ASMR-видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вот